Я вышла на свой балкончик, чтобы показать, как оживает природа. Вот еще одно деревце заново начинает цвести. Вот эти белые точки – это цветочки. Поют птицы. Там вот белочка копошится где-то. Я слышу, как она шелестит в траве. И там белочка, не знаю ли я. Смогу на нее навести, там вот прыгает, убежала. Вот, вот яблонька. Деревце заново начинает цвести. Там тоже я вижу новые цветочки, листочки. Эти все деревья были просто уничтожены морозами, которые пришли внезапно. Зима была теплая, и деревья очень рано зацвели. Сейчас они цветут второй раз.